называли «Угрюмый гром» и «Господин Нет». Англичане говорили, что это самый информированный человек в мире. Тяжелый каток, сметающий все на своем пути. Политик, умеющий держать слово. Верный слуга советской системы. Хладнокровный, самоотверженный и даже многострадальный. Это все тоже о нем. Американские аналитики в рейтинге претендентов на пост очередного лидера советского государства назвали Андрея Громыко гигантом, которому удалось выжить.